абсолютно не хочется спать. С первыми лучами солнца в 7 часу глаза уже открылись. Как можно спать в такую погоду, когда такая красота? Цель сегодняшнего дня — добраться до озера Аколь, которое находится в Чуйской степи близ Софийского ледника. Собираемся и едем. Чтобы проехать здесь, вступительный взнос. Нет, так а что? Это все дорого. Они отправляют в Штаты. Находимся в селе Бельтир, возле вот его, наверное, главной достопримечательности, разбитого вот такого автомобиля. На самом деле, конечно, село Бельтир оставляет желать лучшего. Виды здесь удручающие, я бы так сказала. Погода тоже не очень ветрена, холодно, но мы намерены и настроены серьезно на свое путешествие на Южно-Чуйский хребет. Отправляемся, загружаемся в машины уже на низком старте. Надеемся, что все будет хорошо. Верим, что погода будет отличная. И мы посмотрим шикарные виды, очень красивые. Вот, в общем, спасибо, компания LT Trekking. Надеемся и верим. Вот мы в селе Бельтир, село, которое когда-то разрушено было землетрясением. Мы сейчас перекладываемся. Так далеко я еще не заезжал. Мы с командой, 5 машин, одна остается. Двинем сейчас в горы, погодка прекрасная. Сейчас будем преодолевать броды, плохую, хорошую дорогу. Кто-то стравил резину до 1,7 атмосфер, чтобы помягче было. В общем, смотрим дальше, как будет.
сегодня дождь, желания куда-то идти абсолютно нет, поэтому мы остаемся. К сожалению, в поход мы в Ордеалку никуда не пойдем, будем ждать, пока пройдет дождь. Наши туристы, наша группа ушла в сторону Тарау-Юг, в долину Тарау-Юг. Надеюсь, с погодой повезет, может быть, там рассосется туча, может быть, осадков не будет, но у нас на данный момент идет жуткий ливень вперемешку с градом. Осталось 200 метров озера Подледникового. Всем привет! У нас идет репортаж с ледника Софийского. Это находится он на Южно-Ачуйском хребте. Ледник это примечателен тем, что он, получается, входит, наверное, в пятерку, наверное, самых крупных ледников Алтая. Вот. Выехали мы буквально во вторник вечером, и вот спустя два дня мы находимся как раз уже на леднике. Вчера была непогода, мы ходили на верхние Туюкские озера, вот, в Висячую долину. Сегодня погода нам просто, как говорится, дала такой денек прекрасный. И мы вот здесь в этом интересном месте. Регион достопримечательный тем, что здесь очень много вершин, которые можно походить именно для альпинистов. Если смотреть сдалека, то у нас брат, сестра, Ксения, это вершины выше 3000 метров, примерно в среднем от 3700 до 3900. Вот. Одно не очень радует, конечно, что ледник отступает ежегодно и отступает очень существенно. Это прям заметно. Вот если взять старые карты, то буквально там карты какой-нибудь там пятигодовалой давности уже отличаются. Ну, они тебе показывают, что ты уже на леднике находишься, а ты еще идешь, например, там до него там, километр, к примеру. Мы хотим передать привет семье Плехановых с ледника Софийский. Да, в свое время мы на Машей попасть не смогли, но при этом передали, да. Эстафету передали. Теперь мы здесь, мы рады. Мы очень долго хотели, конечно, планировали побывать на леднике. Это у нас мечта сбылась. И мы помимо этого находимся, в принципе, на границе Горного Алтая, на границе нашей необъятной страны. И здесь очень здорово, очень офигенно. Здесь совсем другая атмосфера. Всем рекомендуем побывать, потому что мы в восторге. Ура!